После матчевого интервью с капитаном команды Дмитрием Кадацким, к сожалению, сегодня команда Pride проиграла со счетом 3-0 Стройснаб Электро. Дим, ну, не удалось, да, выполнить тот план, который ты поставил на второй круг, но все равно даже то, что вы уже показали, этого очень, мне кажется, достаточно. Зубы, так сказать, показали свои. Что сегодня не получилось? Отдавали много зон, в свободных зонах они играли лучше. Но все равно нужно отдать парням должное. Они бились до конца и пытались забить до самого конца, уже проигрывая 3-0. Немножко физически не готовы оказались. И сопернику стоит тоже отдать должное. Они очень хорошо играли сегодня. Ну, теперь нужно последнюю игру провести достойно. Я считаю, все равно неплохая серия из 4 побед подряд была. Поэтому не всегда команда, не каждую игру, так сказать, побеждать, поэтому сегодня результат 0-3 не в нашу пользу. Сделаем выводы и постараемся в следующем матче показать более лучшую игру. Почему ты сегодня отсутствовал на поле? Травма у меня. Какая? Голеностоп, я же в прошлой игре замораживали, когда он до сих пор не прошел. Ясно. Тим, не буду тебя задерживать. Все, давай, спасибо, давай, в следующей игре покажите свой класс. Спасибо. И ногу свою залечивай и приходи к нам, спасибо, по делам.